Да, снова вас видеть. Добро пожаловать. Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту. И самое главное, есть уже конкретный результат. То есть уже 5, насколько я знаю, заседаний прошло. И в очном формате, и в виде видеоконференции. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, с точки зрения регионального сотрудничества и укрепления безопасности и мира в нашем регионе. Тем более, что постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно. Риски эскалации минимальные. Чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будет и крепче безопасность и стабильность. Поэтому сегодня эти вопросы мы обсудим и наметим дальнейшие шаги. Еще раз добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Михаил Ильдарович. Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Как вы отметили, мы встречались 5 раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. И действительно, у нас есть определенный прогресс, и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и с армянской стороной. И действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен,